Татьяна, дорогие коллеги, рад вас приветствовать. Ну что ж, сегодня опять о книгах. Сам, что у нас есть в твоей жизни? Не о книге такового, как-то контексте, о судьбе книги, информационную, и в последнюю очередь о том, книги мы издаем, да, работаем с книгами и из тех имеем им свою издательскую. Ну, немножко зафиксируем сегодня ситуацию с чтением книги. С книгой. Еще раз. Кстати, Николаевич, звуком идут сбои. Давайте попробуем. Да, со сбоями звук пошел. Давайте попробуем, может быть, отключить, попробовать камеру. Да, давайте сейчас попробуем без камеры. Так, да? Так, по-моему, подвисает. Так, звук со звуком перебои идут. То ли слабый сигнал интернета. Тоже может быть. Очень сильно сбоит. Давайте попробуем, знаете, как сделать. Вы попробуйте выйти и зайти в вебинар. Может быть, обновить страницу. Да. Потому что очень сильно сбоит. Но ничего, коллеги, это бывает. Да, техника есть техника, интернет есть интернет. Всякое случается, поэтому пока не расходимся, ждем. Надеемся, что сейчас все поправится. Я снова на... Алло. Нет, что-то не поправилось. Очень, очень, ну, очень сильно прям сбоит. Так, пропадает звук. Сейчас я... Коллеги, пока сейчас справимся с возникшей небольшой технической ситуацией. Не расходимся. Надеюсь, сейчас все у нас поправится. Ну, просто немножечко, несколько минут подождем. И пока, коллеги, пока мы с вами ждем, я вам напоминаю, что презентация сегодняшней встречи предоставлена во вкладке «Файлы». Вот отсюда ее можно забрать. И краткое напоминание, как это сделать, я вам сейчас в чат тоже размещу. Если вы выходите с компьютера, то это вот так. А если выходите со смартфонов, то найти ее можно вот здесь. Вот краткие напоминания. Отлично, Вера, да. Надеюсь, все прошло хорошо, все скачалось и открывается. И, коллеги, еще одно небольшое напоминание про записи наших вебинаров. Вот здесь, на нашем видеоканале на YouTube, записи вебинаров Константина Николаевича там тоже есть, предыдущие можно посмотреть. Других спикеров тоже там можно найти. Ну и в нашей группе
Директ Академия ВКонтакте. Вы тоже можете следить за нашими анонсами. И когда готовы записи вебинаров, в комментарии к анонсу вебинара мы обязательно ссылку на него прикрепляем. Так что там тоже можно информацию находить. Я на связи. Константин Николаевич, и еще что-нибудь скажите? Так, что-нибудь, потому что мы сейчас не слышим. Так, у меня все. Алло. Да, алло. Немножко, по-моему, под. Так, Константин Николаевич, что-нибудь скажите нам приветственное и более долгое, чем алло. Ну, я надеюсь, что должно каких изменений. Нет, обычно. Не слышно меня? Западает звук. Коллеги, перебой звук есть? Слышите? Отметьте, пожалуйста, если есть какие-то со звуком сложности. Да, как? Есть, ага. У всех проблемы, да? Так, ну я не знаю, телефона. Давайте попробуем. Телефон. Ну да. Так, ну сейчас. А можно попробовать. Только отсюда тогда лучше выйти, чтобы попробовать зайти с телефона там. Угу. Это Wi-Fi, это интернет, это такая вещь. Да, коллеги, уже видим, да, сейчас попробуем с этой проблемой справиться, так что. Немножко только это потребует времени. Поэтому спокойно ждем, все будет нормально.
Алло. О, все замечательно. Даже слышим и даже видим. Лучше стало. Я уж не знаю, насколько Много. справлюсь. Все нормально будет. Так. Если помощь с презентацией понадобится, обращайтесь, сделаем. Да, звук появился вроде, да, все хорошо, так что самое главное. Надеюсь, все будет хорошо. Хорошо. Ну, я в приложении, это для меня это новое, но будем надеяться, что справимся. Так, тогда еще раз добрый день, друзья. Сейчас запустим все как положено. Так, итак, тогда будем нагонять наше время. В общем, я бы хотел начать с того, чтобы проанализировать ситуацию на книжном рынке и то, как обстоит дело с чтением сегодня. Ну и здесь нам помогут базовые статистические данные нашей Федерального агентства по книгораспространению и печатанию и их ежегодный доклад. И вот на основе данных книжной палаты. И вот на сегодня мы видим динамику за последние 15 лет. Я вот ее специально разбил, что мы имели в 2008 году и что имеем в 2022 году. И по этой картине вы видите, что практически по всем ключевым показателям произошло снижение практически ровно в два раза. Это совокупный тираж, основной показатель количественный, это совокупный листаж, сколько вообще издано печатного материала, и число экземпляров на душу населения. Было 5,5 экземпляра, так на человека стало 2,7. Снизился также средний тираж издания практически в два раза, ну, логично. Единственное, что не настолько изменилось, это количество наименований. Ну, и это немножко из другой серии. Так, сейчас. Теперь надо перелистнуть. Как-то оно не очень-то. Так, это я сделаю. Так, перелистнулось. Две с половиной книги на человека. Много это или мало? Ну, судить очень непросто. Конечно, две книги за год прочитать никого этим не удивишь. Тут, к сожалению, трудно сравнить в такой сравнительной перспективе такой показатель. Гораздо больше распространен в международной практике количество изданий на наименований на 1 миллион жителей. И вот я вам привел карту. Здесь, как вы видите, гордиться здесь нечего. Вот у нас 711 наименований на миллион, в то время как, например, в Великобритании это почти 3000 наименований, то есть в 4 раза выше. Ну и другие страны, в общем, во многом опережают наш с вами уровень. Это вот Болгария, Турция, примерно столько же наименований. Вот, так что динамика не в нашу пользу. Но это один показатель чисто издательский количественный. Если смотреть еще косвенные всякие признаки, например, наши книжные магазины. Ну, во-первых, их число резко сократилось, да, и само содержание магазинов. Вот интересно, что в 2022 году, например, у нашего ведущего продавца сети «Читай город» «Буквоед» книги составили меньше половины его ассортимента, 43%. Ну, и если судить по посещаемости книжных магазинов, вот это тоже 2008-2018 на графике, вы видите, после некоторого увеличения потока
вот начиная с 2010-2011 годов, идет такое убедительное снижение, спад. Еще из таких интересных показателей величина среднего чека. Средний чек в Москве и в Санкт-Петербурге за эти 15 лет вырос, подумайте, только в 14 раз. В 2008 средняя книга стоила 300 рублей примерно. Сейчас уже почти 1500. Это официально по статистике. Так, у меня с этим приложением трудности перелистывания. Так, это мне, наверное, Татьяна помогает, да? Да, кстати, Николаевич, вы просто говорите, когда нужно перелистнуть, и я их буду переворачивать, чтобы с А, приложением хорошо. вам не мучиться. Хорошо, будем тогда действовать так. Итак, так что, наша нация читающая или не читающая? Когда-то мы считали себя там первыми, сейчас, наверное, вряд ли кто-то на это рискнет. Тем не менее, вот показатели исследования все время проводятся. В частности, например, вот в ЦИОМ 2021 года с большой выборкой и довольно положительные результаты. Тем не менее, вот вы видите на графике, если количество читающих еще более-менее устраивает, но тоже снизилось вот с 18 пунктов до 10, то количество практически не читающих книги очень быстро нарастает. И вот сегодня это почти 50%, 48%. Ну а если точно, то ты треть, обычно 30%, где-то 40% за год не прочли ни одной книги. И только четверть читает активно, то есть больше пяти книг, ну, более-менее там активно. Вот такое распределение. То есть не читающих становится больше, чем читающих. Еще из исследований ВЦИОМ 2022 года 92%, ну, так или иначе читают книги, 58% читают бумагу, 35% читают электронные книги. Ну, электронные книги позади, но они активно нагоняют. По в сравнении там с доходами издательскими на рынке, читают, конечно, больше электронных, чем покупают. Но интересны и другие вот косвенные параметры. Например, это исследование выяснило, что читатели со средним образованием читают больше книг, чем с высшим. Это вообще весьма парадоксально и показательно. То есть с высшим образованием читают меньше. По-моему, есть чему удивиться. Еще такой момент, который вы все, наверное, заметили, книга перестает быть подарком. Если раньше это было такой обычный, приятный, всегда удачный, то сейчас все реже мы в нашей жизни делаем такие подарки. Книга также перестает быть предметом домашних коллекций. Если раньше библиотеки домашние собирались там, ну, очень многими, очень часто гонялись за книгами. Вы уже видите, что для книг дома места не находится или так скромно на полочке самые нужные. Но вот такого, чтобы украсить интерьер, больше такого нет. И вообще уходят собрания, сочинения, многотомные издания. Если раньше это были культурные события и, ну, частая практика, ежегодно что-то такое академическое, серьезное выходило, то практически исчез такой формат. Это тоже говорит о многом. Так, перелистываем дальше. Следующий слайд. Так что, получается, что бумажный формат уже характеризует не те, кто самые там интеллектуально передовые, образованные,
широко интересующиеся, получающие информацию. Да, получается так, вот согласно этому исследованию, бумажный формат чаще предпочитают люди, ориентированные на традиционное медиапотребление. Это, между тем, ежедневные телезрители, пользующиеся интернетом только несколько раз в неделю или месяц, то есть реже пользующиеся интернетом. А вот чаще других со смартфонов читают те, кто вовлечен в активные интернет-практики. Молодые люди, люди активного трудоспособного возраста, активные пользователи интернета, которые редко или почти не пользуются телевизором. Ну и, соответственно, электронные книги, тут тоже как часть смартфонной культуры, популярны среди респондентов с высшим образованием, с высокими потребительскими возможностями. Это жители Москвы и Санкт-Петербурга. И вот это у нас исследование интермедиа. Они предлагают понятие профиля нового читателя, на которого влияет урбанизированность, материальный статус и образование. И тренд идет от бумажных книг к электронным. Следующий слайд. Таким образом, читатель уходит от, ну, в первую очередь, от бумажной книги, ну и от книги вообще. И это видно как раз по диаграмме этого же доклада «Книжный рынок России», сколько тратится в день на прочтение книг. Уже десятилетние исследования показывают, что в объеме медиапотребления книга составляет плюс-минус 2% среди всего объема тех 8 часов, которые средний россиянин тратит на различные медиа. Причем в этом графике снижаются все, и телевидение, растет только интернет-потребление. И я вот здесь маленький график обобщил, подумаю, вот посмотрите на него внимательно. 47% это все равно очень много уходит на телевизионный экран, да, но при этом 34, и эта цифра тоже достаточно такая постоянная, уходит на радио. Ну, меня это достаточно удивляет, мне кажется, не так много радио у нас прямо повсюду присутствует, и дома там мало кто прямо радио слушает, но согласитесь, что радио это такой фоновый медиа, который часто звучит в работе, там в универмаге, там везде, где угодно, на него не требуется специальное время, в машине, да, на него не требуется специально тратить время, можно заниматься чем-то другим и слушать радио. И вот я разбил каждое вот это медиапотребление, вид медиапотребления как некую отдельную часть, получилось три части, да? Видеоупотребление, такое слуховое потребление, это тоже где-то треть, и то, что можно сказать, связать с чтением, где будут и книги, и интернет, и газеты, и журналы, это тоже составляет там, ну, чуть меньше трети. Вот три органа чувств, условно, видео, зрение, слух и наше интеллектуальное восприятие, вот так между собой делятся. Ну и в целом интеллектуальное потребление может даже растет, но, конечно, не за счет книги, а за счет интернета. И вот внутри этого интеллектуального потребления тоже тренды уже очевидны. Новости и вот этот весь медийный поток СМИ все больше переходит в интернет. Потребление информации в разных видах тоже переходит, я бы даже не сказал, не в интернет, а в формат баз данных, то есть более удобный, мы все время сравниваем с книгой, да, то есть как более удобный метод и сохранения информации, и получения информации. Компьютерные базы, да, данных. И очень важный сегмент работы с текстом, с
интеллектуальной продукции – это образование. И вот тоже любопытно, что и отсюда уходит книга. Да, вот в частности, с 2016 по 2021 год увеличение объема онлайн-образования составило порядка 250%. То есть очень быстрый рост. Онлайн-сегмент рынка образования вырос больше, чем в 3 раза. И это, конечно, тоже следствие и выражение того, что и эта практика интеллектуальная уходит из книг. Листаем дальше, следующий слайд. Это происходит не только у нас. Если мы посмотрим мировые тренды, то снижение книжного рынка наблюдается в принципе везде. Особенно это было очевидно во время ковида. Но при этом с небольшим исключением. Вот рынок англоязычной литературы США, Великобритании, он и в ковид даже не опустился и вырос. Это особый глобальный такой формат литературы, который вместе с глобализацией выигрывает. А наши локальные языки, локальная культура, конечно, проигрывают. И тем не менее, даже в целом в рынке, вот прошлый год был очень неудачный. Объем мирового рынка печатной литературы снизился на 10 с лишним процентов. И составил 76 миллиардов долларов. И это самый низкий доход за последние годы, вот даже по сравнению с 2020 годом пандемии. И вспомним, что и во время пандемии мировые продажи тоже опустились почти на 8%, и тогда составляли 8 миллиардов. То есть книжный рынок не растет, и это тоже всем очевидно. Тем не менее, исследования показывают, что не так все плохо, но вы видите, все-таки это не катастрофический масштаб. И что интересно, что в последние несколько лет фиксируется повышение доли читающей молодежи, художественной литературы, печатных версий, то есть тех показателей, которые слишком стремительно опускались, но в последние годы немножко выравниваются и нас радуют. Ну а на графике вы видите количество часов за книгой, проводимых в неделю. Это тоже можно сравнить с, там, мы смотрели график в течение дня, да, если смотреть в течение недели в страновой перспективе, то вы видите, что сейчас лидерство имеют юго-восточные страны, такие вот Индия, Таиланд, Китай, где читают больше. Россия здесь с 7 часами не так плохо расположилась в сравнении с европейскими странами, где тоже идет вниз, там Швеция, Франция, и дальше все больше вниз. Это, между прочим, тоже показывает, что страны с не очень развитой медиакультурой, ну, как Индия, например, они читают в традиционном формате, в то время как развитые страны, прежде всего европейские, США, где очень разнообразное медиапотребление, у них книга уходит тоже довольно стремительно из их практики и времени. Перелистываем дальше. Ну что ж, подведем итоги. В принципе, то, что я сказал, давно на слуху, всем известно. Но итоги каждый раз надо делать выводы заново. Он, в принципе, не очень нас радует, потому что происходит изменение ценности книги. И главное это изменение в том, что книга перестала быть центральным и необходимым элементом духовной жизни, информационного обмена, коммуникации между людьми, источником получения образования. То есть она теряет позиции везде. Если раньше она была практически монополист еще 100 лет назад, да, то сейчас книга аутсайдер. Ну и она уходит из центральных областей, где традиционно доминировала. Функции памяти, например, да, ключевая функция книги, сейчас книга заменяется информационными базами данных в нашей оперативной жизни.
Функция образования тоже такой фундамент. Книга заменяется инструментами онлайн-обучения. Функции досуга. Книга заменяется изобилием интернет-ресурсов. И вот такое вот ползущее отступление – это факт. Но все-таки сама книга в своем методе донесения сообщения до человека занимает все более нишевое, то есть локальное место, но остается. И тем не менее не остается областей, где книга не теряет своих позиций. Так если двигать эту тенденцию, можно ли представить мир без книги? Можно ли вообще обойтись без книги? Вот это ключевой вопрос, на который мы должны дать с вами ответ. Перелистываем слайд. В общем, везде книга может быть и может быть заменена, кроме одной функции, о которой я все время говорю. Функция чтения как лаборатория мышления. Я не буду здесь опять обширно этому посвящать, только один слайд, но несколько ключевых таких акцентов. Электронные медиа заменили письменные сообщения в виде книги множеством различных эквивалентов, которые мы видим. Но в частности, вот эпистолярного жанра больше не существует. Письма практически не пишут. Произошла конверсия книжного контента в другие виды контента. Но что важно, что чтение как воспроизведение именно письменного текста актуализирует мозговые способности к использованию абстрактных понятий. Никакие другие виды наших зрительных, слуховых и других восприятий не способны нести вот эту функцию в той мощи, в той силой, как это делает воспроизведение письменного текста. То есть невизуальная коммуникация, беспредметное мышление, оперирование абстрактными сущностями. Вот это ключевая способность, которая прячется в чтении как вот в своем механизме. Почему же это может делать только письменный текст? И вот здесь, наверное, там самый важный пункт. Давайте вспомним Льва Выгодского «Мышление и речь», как он раскрывал в онтогенезе развития ребенка способность вот эту к понятийному мышлению. То ребенок сначала овладевает речью и пользуется внешней областью, понимает, говорит, может только вслух с ней работать. Потом идет момент подростковый, когда ребенок овладевает внутренней речью. Причем вот интересный психологический момент, что очень долго эта внутренняя речь человек самого с собой прошептывается, это как раз Выгодский и обратил на это внимание. То есть это тоже психологически важная практика вот такой интериоризации мысли. И, наконец, он переходит к способности работать с текстом уже без всякого там озвучивания, да, полный переход от речи, речевой коммуникации к внутреннему мыслительному потоку. Вот это и есть движение к абстрактной мысли. И, наконец, в конце этого пути будет абстрактное когнитивное мышление, которое работает с невизуальной коммуникацией, с беспредметным мышлением, ну, со всеми этими сложными вещами. Почему? Что вот мы можем сделать, какие выводы в отношении книги? Почему вот такая эволюция и что происходит в ней? Как вы видите, происходит освобождение абстрактной когнитивной мысли от материального процесса. Сначала это речь, там прошептывание и так далее. И дело в том, что для любой операции концентрации мысли требуется исходно материальный носитель. Вот так вот просто ничего духовного без материального не происходит, и в том числе для мышления требуется материал,
тяжесть некая, да, физичность, для того, чтобы можно было зацепиться, в смысле, чтобы психика, опираясь на это, могла там двигаться вверх, могла прыгать выше своей головы. И вот письменный знак, он носитель беспредметного смысла, но он материален. И именно то, что он материален, и дает книге ее базовое значение, причем бумажной книге. Вот этот момент я хотел особенно выделить сегодня. Ну и если мы поняли, что нам нужен материальный знак, то, перенося на книгу, можно сказать, что книга знаний, вот эта книга, которая несет знания, это есть материализация абстрактного мышления в тексте. Нам нужна книга, чтобы поместить физический материал. Следующий слайд. И если мы поставили вопрос, куда уходит книга и откуда она не может уйти, где она останется, давайте попробуем в наших ключевых книжных форматах выделить вот этот момент, который позволит и заставит ее остаться. Ну, например, вот учебник. Что он позволяет? Почему вот только в книге в формате учебника можно изложить, компактно изложить свод знаний? Книга нужна для учебника, чтобы компактно изложить свод знаний. Книга жива и будет жить в формате монографии, где возможно комплексно рассмотреть научную проблему. Книга нужна для художественной литературы, чтобы прочитать роман с удовольствием. Книга нужна для формата нон-фикшн, чтобы тщательно разобраться в вопросе. Ну и детская книга, само собой, для обучения чтению, развлечения ребенка, немножко другая история. Но вот вы видите, я здесь выделил курсивом вот эти вот добавочные элементы. Не просто изложить свод знаний, а компактно изложить в одном, комплексно рассмотреть проблему, с удовольствием прочитать роман. То есть вы видите, это такие некие добавочки. Да, информацию можно так или иначе перенести, ту же самую. Но вот этот вот элемент дополнительный, он может содержаться только в книге. Компактно, комплексно, там, с удовольствием, тщательно. Ну и вот этот элемент и будет держать книгу. А в принципе книгой может быть разный формат. И вот вы видите, заходите сегодня в магазин книжный, там уже не так-то много книг. И, например, дикие продажи демонстрируют ежедневники вот с этими для подростков, с этими там игровые, интересные такие. Вот, да, гораздо больше тиражи, чем у книг, да, вот такой феномен. Но является ли она книгой? По форме, да, там записывают что-то, но книга нет. А является ли книгой комикс, графический роман, который тоже сегодня огромный там рост демонстрирует тиражи? Ну, тоже, в общем-то, это там совсем другая книга, которую мы раньше и там не считали книгой. Это уже такие эпифеномены. А вот ряд таких фундаментальных и извечных как бы книжных форматов, они действительно практически уходят из нашей жизни. Ну, в первую очередь, мы об этом все время говорили, в первую очередь, например, справочник или энциклопедия, goodbye, печатные журналы, arrivederci, ушли атласы, карты и прочих, тоже практически адью. Художественные альбомы, тоже все это уходит с рынка. Потому что информационные потребности современного человека решает и лучше решает электронный текст. И в целом информация уходит в цифру. И там, где она сможет, электронная информация уйдет из бумажных книг. Вот это нужно понимать, и к этому нужно готовиться. Следующий слайд. И вот если
информация уходит из книги, то давайте рассмотрим комбинацию электронной и бумажной книги. Потому что и здесь произойдет этот уход. Там, где может уйти книжный контент в электронную форму, он уйдет. И не может останется. Но что может, как, чем они отличаются и почему вот не симметрично это происходит? Какие здесь такие мотивирующие движения? Ну, в первую очередь, то, что я сказал, то, что электронный медиум не может заменить материальный медиум. У него другие свойства. И, соответственно, мы уже тоже с вами после 10 лет активной работы с электронной книги тоже можем зафиксировать вот это наше понимание, что электронное чтение совсем другое, чем чтение с бумаги. И сегодня мы уже различаем эти важные отличия быстрого чтения и медленного чтения, да, функционального чтения, как сейчас говорят, такого информационного, и смыслового чтения. Вот эти разные виды чтения, они и ведут к совершенно разным форматам. И почему это происходит? Электронные изображения знаков, они не фиксированы, в отличие от бумажных. Они, как наш экран, возникают и исчезают. Ну, практически как вот в телевизоре. Возникают и исчезают. Это не то, что нужно. Они не являются вот той материальной сущностью, которая способна завязать на себе ускользающий мысленный образ беспредметной абстракции. Еще раз подчеркну, чтобы нам производить вот эту сложную операцию абстракции, всегда надо за что-то держаться. Мы не можем летать и просто мыслить как боги, да? Нам вот нужно зацепиться и все время концентрировать внимание. Поэтому абстрактное мышление такое сложное. Недаром мозг, он тратит вот гораздо больше энергии, чем тело вообще, чем физические упражнения. И происходит это потому, что концентрация внимания – это огромное энергетическое. И электронный, так, это уже второе. Он только имитирует письменное. Вообще говоря, он субститут, он вторичен, и он не может заменить последний. Он рождается после материального. Вот эту вторичность тоже надо оставить в голове. Ну и как итог, электронный текст, он несет в себе информацию и предназначен для быстрого чтения. Вот в этих различных категориях, да, мы уже привыкли, что электронный текст для быстрого чтения. И происходит это в том числе потому, что привычка к гаджетам, сугубо информационными текстами с нашими мессенджерами, e-mail'ами и так далее, оно мешает читать текст с экрана так же, как он читается со страницы. То есть наша психологическая практика заставляет для удобства нас делить экран и лист бумаги. Переворачиваем слайд. Так вот, а что происходит с бумажным чтением? И вообще, чтобы читать, как вы будете читать, что надо делать? Книжный текст, как мы уже сказали, он всегда длинный. Это мега-нарратив. Он требуется там, где необходимо погружение в смысл. И его чтение медленное, с возвращением, повторением, вот с той вот когнитивной работой вокруг материального знака. То есть заменить его, вот эту работу по концентрации внимания вокруг материального знака и текста невозможно. Но передать информационное содержание, которое в нем содержится, быстро это сделать, в принципе, можно. Ну, это примерно вот этот различие чтения бумажного и электронного можно примерно сопоставить, как в других сферах взаимодействует физическое воспроизведение и электронный эквивалент. Например, музыкальное звучание оркестра живого, да, и электронная запись. Вы видите, что совершенство вот этой записи
ну, практически абсолютно приближаясь. То есть в плане музыки можно передать электронным медиумом вот живое восприятие. Хотя тоже вот наши эти пластинки возвращающиеся говорят, что это тут что-то не так. Да? Но в других ситуациях такая замена вообще невозможна. Например, театральная постановка. Можно передать через экран театральную постановку, будет ли это эквивалентом? Нет, ни в коем случае. Это абсолютно другие события информационные, да? И вот, собственно, книга, она тоже имеет свою собственную дистанцию. Для каждого медиума эта дистанция собственная, где-то ближе, где-то дальше. И для книги это довольно существенная дистанция. Книги, в которые необходимо погружение, которые нужно осваивать, которые предполагают смысловое чтение, они должны быть бумажными. Ну вот вы знаете, что я там уже не одно десятилетие, мы как первые электронные издательства, я практически всегда занимался такой продвижением электронной книги, выступал за нее и вообще пропагандировал всеми способами. Но вот жизнь и факты тоже привели меня к мысли, что вот в нашей информационной цивилизации должно быть деление сфер, за которые будет ответственен электронный текст и текст бумажный. И это касается и ну, всех сфер книгоиздания, в том числе книги знаний. То есть будет происходить разделение сфер чтения. И вот эта разница в подходе, я все время демонстрирую вот этим слайдом, переворачиваем следующий слайд. Да, как по айсканер, да, прибор, который следит за движением глаз, как читаются электронные тексты и почему возникает привычка, если видишь электронный текст, то будешь читать так. Вот так, потому что это не линейный текст, а бумажный текст, бумажная книга линейная. И глаз просто привыкает работать нелинейно, гипертекстово. Вот, собственно, произошло обогащение нашей практики чтения двумя видами чтения, да, и каждый из нас, и ребенок в школе, он должен овладевать этими двумя разными практиками. Ну, вот здесь еще цитата. Люди редко читают в интернете, они гораздо чаще сканируют, чем читают слово в слово. Когда участники исследований начинали читать текст линейно и полностью, они просто спотыкались о цитату и отказывались от чтения в пользу сканирования. Нильсен Норман, ну, это уже давнишнее исследование. Следующий слайд. И вот в завершении, какое же отношение между электронным и бумажным текстом, тут довольно сложная диалектика. Электронная книга нужна как отражение печатной книги. И здесь я бы тоже привел аналогию цифровых денег, которые тоже нам знакомы, и что там происходит. Цифровые деньги, они презентуют бумажные. И вот в отношении книги вы, наверное, слышали, что в законодательных актах вообще у нас обязательные экземпляры другие не проходят понятие электронная книга, а существует понятие электронная копия бумажной книги. Но в частности, в нашей ЭБС все электронные книги это на самом деле электронная копия бумажной книги. И вот это очень такая замечательная история, ну, потому что это немножко оксюморон, да, противоречивое понятие, но она, между прочим, удивительно точно отражает ситуацию. И я объясню почему. Опять же, на примере с деньгами. Те, кто понимает сущность экономических процессов, они знают, что цифровые деньги – это не отражение бумаги. Не зависит от бумажных, потому что сами деньги
материальное отражение бестелесной сущности обмена. Это эквивалент стоимости. И этот эквивалент, он абстрактен. Так же, как наша мысль абстрактна, да, как любые понятия. И внутри денег находится число, да, собственно, цифра. И вот именно и бумажные деньги, они, по сути дела, есть отражение этих абстрактных денег, а не наоборот. И тем не менее, все равно первый в истории создается именно бумажная копия, то есть бумажная субституция цифровых денег. Опять-таки по тому самому факту, что человеку для его психики нужен какой-то материальный опора. А вот потом уже, то есть только сегодня, только на какой-то высокой стадии интеллектуального информационного развития приходит электронная форма. Вот, собственно, примерно то же происходит и с книгой. Книга – это бумажная копия бестелесного смысла. И первой, для бестелесности первая должна форма быть материальной. Она первична. А электронная – это уже копия бумажной. Это вторичная копия. И она следует потом. Вот исходя из этого такого поступенчатого взаимоотношения, можно понять, какие книги будут и останутся бумажными, какие станут электронными. Попробуем с вами разобраться. Перелистываем страничку. Здесь на графике из того же доклада «Книги России» вы видите интересную динамику. Это соотношение продаж различных книжных форматов. Опять-таки с 2008 по 2018. И вы видите, насколько это тоже подвижная ткань. И по ней видно, по нашей книжной торговле, что вот за эти 10 лет значительно увеличилась продажа бумажных учебных книг. Ну, конечно, это школьные учебники, да. И наоборот, вот особенно здесь удивительно, что происходит снижение доли литературных художественных, то есть литературных произведений. Вот они с 20 сократились до 12%. Вот, увеличивается сегмент книг для детей и юношества в общей книготорговой ситуации для детей, да, почему. И вот эта логика здесь понятна. То есть те книги, которые более бумажные, которые не могут перейти в электронный формат, ни в электронную книгу, ни в интернет, да, остаются бумажные книги, вот они постепенно начинают доминировать в книготорговом ландшафте. И вот если мы даже вот здесь видим это наглядно графически, то можем представить и объяснить, почему одни форматы растут, а другие сжимаются, и немножко предсказать. Вот давайте пробежимся по нашим ключевым информационным сегментам и определим, куда что может пойти. Ну вот, например, научный текст, сообщение в форме статьи. Куда она пойдет? Это краткая форма, она излагает суть, ну и ее функция практически новость. Очевидно, что это такой журнальный формат, и он, мы видим, все больше переходит в информационный, в интернет, онлайн формат, да, то есть в электронный. В то же время научный текст, то есть монография, большое сообщение, меганарратив, он не переходит, вот как журналы в электронный вид, он все-таки сохраняется в форме книги. И вы видите, я синим текстом выделил то, что уйдет в электронный формат, а зеленым то, что останется в книге. Точно так же научно-популярный текст, нон-фикшн, который тоже, как мы сказали, требует такого тщательного погружения в тему, вдумчивого отношения, он остается в книге. Учебный текст. Как школьный учебник, то есть, конечно, для ребенка, который должен овладевать, осваивать, очень много требует и вживается в него, это бумажный формат.
А вот вузовский учебник, он уже, ну, щелкается как семечки, да, он не ту совсем роль играет. Ну, уже взрослый человек, студент с ним обращается, и у него много таких предметов, он быстро с ним работает, да. Соответственно, он синий переходит в электронный формат. И мы видим, что на нашем рынке, вот если опять вот эту таблицу форматов расширить, вузовский учебник – это вообще тот формат, который, ну, благодаря ЭБС перешел в сугубо электронный вид. Другие виды текстов, например, священный молитвенный текст, Библия, Псалтырь, ну, сразу очевидно, он совсем другое отношение предполагает, глубокое, да, значит, он в книге. А вот текст обращения, манифест, то, что обращено там к другим людям. Но это информация, да, то есть электронный, ну, Илон Маск, там, манифест последний. Текст-инструкция – это тоже информация, которая быстро усваивается, один раз проходится, все, вы видите, нам кладут инструкции там в наши покупки, которые вообще невозможно прочитать, только с лупой, да, потому что здесь информационное восприятие. Мы идем к интернету, загружаем эту же инструкцию, находим ее и уже спокойно, быстренько прочитаем, к ней не возвращаемся. Дальше. Информационный текст новости. Это очевидно онлайн, да, уходит в онлайн. А текст как арт-объект, то есть альбом, которым там надо погрузиться, рассмотреть, он остается в бумажной форме. В общем, вот это информационное содержание, оно позволяет определить, что будет и как. Так, движемся дальше. Переворачиваем страничку. Итак, какие книги уйдут в электронку? Знание – это не информация, но знание нуждается в информации. И обобщим тогда электронной формы уместно где? В художественной литературе, потому что она читается один раз, она может прочитываться быстро, но при этом какие-то кто-то предпочитает читать бумаги, погружаться, да, кто-то читает, предпочитает читать быстро, там, Донцову, он, наверное, и для электронки готов. Университетские учебники, да, мы сказали, быстрые, работа. Учебно-методическая литература. Да, это все такая подручная, практическая, быстрая литература. Профессиональная, различно специальная. Ну и книги, которые никогда не выйдут в бумажной форме. По причине редкости, малотиражности, своей высокой цены. Да, тут уже такое будет ограничение для бумажных книг. Тем не менее, мы видим, что внутри книжного рынка будет происходить вот это деление сфер, и оно взаимосвязано, подобно инь-янь, да, что-то остается в одной, переходит в другую, но они взаимопереливаемы. И вот эта вот диалектика взаимодействия электронной бумажной формы, она, вообще говоря, очень интересна. Ну, на этом, в принципе, введение закончено. Можно перевернуть слайд. И теперь уже в таком быстром режиме преста я расскажу и о наших книгах, что мы переводим в электронную форму, с какими книгами мы работаем, какие книги останутся с нами всегда. Собственно, как издательство и агрегатор, мы стараемся работать с книгами, которые нужны всегда, которые нужны всем, которые имеют ценности. Переворачиваем страничку. Так, и наши основные направления – это классическая художественная литература, классическая научная литература, ну и гуманитарные направления истории, социально-общественные книги, язык филологии,
переводы, университетские учебники, монографии. Сегодня я вас познакомлю с тем, что мы собираем на нашей платформе. А в следующий раз, во второй части, я расскажу уже книги, которые мы именно издаем, работаем с ними как издательство. Переворачиваем. И первое, что я хотел бы показать, чем мы гордимся, это наши мега-коллекции. Библиотеки. Да, большие такие компендиумы тематические. Переворачиваем страничку. Но, тем не менее, вначале такая опять теоретическая преамбула. А вот входит ли в классиков в те книги, которые нам нужны, которые останутся и должны остаться? Потому что это не очевидно. Ну, действительно, классика тоже уходит, да, по другим, наверное, причинам. Уходит, потому что это классика. Да? Ну, и если говорить «но», то первое – это некий дух, который мертв. Да? Это тексты, которые, ну, не соответствуют нашему актуальному состоянию. Нужна ли нам литература, которая волновала раньше людей столетия назад? Насколько она будет нам созвучна, насколько она нас обогатит? Ну, например, вот наш классик Гавриил Державин. Да? Прочитаю вам поэзию, как она звучит в наше сегодняшнее время. «Сидевша об руку царя через поприще на колеснице, державшего в своей деснице соливый гром, или через моря, протекшего в венце Нептуна, или с улыбкою фортуна, кому жемчужный нектар свой носил в чаше золотой, блажен, кто путь устлал цветами и окурил алоем в круг, и лиры громкими струнами утешил бранный славя дух». Ну, прекрасная поэзия звучит. Но согласитесь, если дать какому-нибудь девятикласснику прочитать это стихотворение, он не поймет. Здесь 50% слов. И этот образный мир ему настолько далек, насколько только можно себе представить. Все эти слова: Нептун, фортуна, десница, колесница, цари, чаша золотая. Но это вот пример классики, которая, скажем так, для души нашей мертва. Да? Можно восхищаться, это как в музей, придя один раз, да? но это читать не будешь повседневно. Но есть и другая классика, и, кстати, древнее, например, Шекспир. Да? Это какие-то на таком инструменте создано поэтом, который просто не знает различия времен, который также стрелой и звуком поражает любого человека в любую эпоху, и сегодня, и завтра, и послезавтра. Разная классика, да, здесь тоже инь-янь, свое будет уходящее, остающееся с нами. Но главное все-таки, что вот сам этот капитал, да, это есть основа памяти и преемственности поколений. Это то, что я назвал сегодня в своей лекции книгой памяти. Да, причем то, что мы называем классикой, а это практически литература ну, до одного поколения назад. Да. Уже все, что поколение назад, будем считать, уже перешло в формат классики. Но это вот все, что мы имеем, это вообще говоря пик расцвета книжной культуры. И до тех высот, которые она добралась, нам уже точно не грозит. Рядом с Пушкиным уже никто не может стать, это каждому очевидно. И вот этот вот капитал, он несет максимум, он несет все, что книга может дать, то, для чего существует библиотека. И, конечно, это надо сохранить. Если нам не нужна классика, то нам вообще не нужны книги. Можно сказать и радикально так. Но вот где край границы классики? Да, я сказал, что будем считать, что классика это начиная с прошлого поколения. И без классики мы становимся бомжами, не помнящими своего родства. Переворачиваем слайд.
Вот, поэтому первое, что, чем мы гордимся, наш капитал Директмедиа – это библиотека русской классики. Огромная работа, которая проведена нами в течение 20 лет, и в ее основе более 30 авторов, классиков русской художественной литературы, которые мы издали в полных электронных собраниях сочинений. Здесь и собрание сочинений, мемуары, дневники, письма, заметки, статьи, отзывы современников, исследования. 30 наших ключевых имен, как вы видите, не только Достоевский, Пушкин, Толстой, но и вот Андрей Белый, Бальмонт, Леонид Андреев, Аверченко, Жуковский, Кузьмин. Вот такие важные для нашей культуры имена. Следующий слайд. Такая же библиотека в библиотеке, фундаментальное собрание, античная библиотека, около 1000 книг, где мы собрали все, что переведено, все, что можно сегодня собрать. Гомер, Гесиод, Аристофан, Вергилий, конечно же, мыслители. Это тоже, разумеется, фундамент нашей культуры. Античная библиотека находится внутри нашей ЭБС. Следующая страница. Менее популярная, но столь же культовая византийская историческая библиотека, в которую вошли великолепные тексты византийских историков, богословов. И напоминаю, русская историческая мысль, русско-византийская наука, она лидирующая и основная в мире, самая сильная. Ну и вот здесь вот имена вы видите, которые здесь представлены. Прокопий Кесарийский, Никифор Фока, Лев Диакон и так далее. Следующее. Из последних компендиев, которые мы создали, «История философии». Полный компендиум философских трудов. Как вы понимаете, это имеет гораздо большее значение, даже чем античная библиотека. Здесь собраны все от античных мыслителей до мыслителей 20 века, то есть все, что связано с историей философии. Вот Абеляр, Бэкон, Гоббс, Беркли, Кант и так далее. По эпохам истории философии Средневековья, России, все ключевые ведущие имена. Это уникальная библиотека, мне кажется, не имеет никакого сравнения ни с чем. Ну и мы продолжаем и собирать ее, и переводить, и надеемся привлечь всех переводчиков, сделать это такой публичной, открытой библиотекой философских текстов. Следующая страничка. Следующий формат – это именитые ученые-писатели. Это тоже очень большой наш глобальный проект, где мы работаем не с категориями литературы, а с авторами, да, и формируем библиотечку каждого выдающегося автора, начиная с древних, кончая современными. И уникальность этой коллекции работы, что мы стараемся собрать все полнотекстовые собрания сочинений, то есть все изданные сочинения наших выдающихся умов, писателей. Следующее. Вот здесь, прежде всего, четыре категории авторов, а в совокупности это около библиотек насчитывает 2000 авторов, вот с такой подробной информацией. Четыре категории – это писатели, классики художественной литературы, это деятели научной науки и культуры,
то есть ученые, мыслители. Это книжное ядро русской культуры там различных направлений. Ну и, собственно, наши авторы издательства Директ Мини тоже снабжены такой подробной информацией. Следующее. Каждый из авторов снабжен обширной биографической информацией о нем, но самое главное – публикации этого автора, переводы и те книги, которые можно найти у нас. Ну а также дополнительная информация, где собрано большое количество энциклопедических ресурсов, причем на нашей платформе, где есть дополнительная информация об авторе. Следующий слайд. По методу увеличения переходим к коллекции, которая называется «Книжное ядро русской культуры». И здесь мы выбрали те книги, которые должен иметь каждая библиотека, около 70 тысяч книг, представляющих русскую культуру. Ну, а об этом всем я отдельно рассказывал. Следующий. И вот сравнительно недавний проект «Историко-патриотическая библиотека Несториан». Это уже такая тонкая выборка, около 8 тысяч томов вот того, что сегодня имеет значение для истории, для патриотического воспитания, вот для вопросов. Ну, книги, которые каждый россиянин должен знать и прочитать, скажем так. Следующий. И вот говоря о книгах, которые нам нужны, о ретро-книгах, которые нельзя потерять, я бы выделил, и это наш принцип, выделил здесь три предмета с литературной глубиной. То есть это те гуманитарные области, где тексты прошлого играют ключевую роль. Не менее важные, как и современные тексты, а может быть где-то и более важные. Во-первых, это история, потому что тексты прошлого играют здесь роль источника ведения, ну и, собственно, предмета самой истории. У нас около 20 тысяч книг собрано в таком формате. Огромная коллекция, самая большая. Философия. Это здесь тексты классиков задают парадигму мышления, поэтому Платон, Кант, он также, а может быть, еще более важен, чем современный философ. Филология. Здесь история текстов является материей языка. То есть то тоже текст является предметом самой науки. Около 15 тысяч книг собрано в этой сфере. Ну и другие сферы, которые менее актуальны, с которыми мы меньше работаем, но вот богословие. Эта наука развивалась именно в прежние столетия, больше, чем сейчас. Она как бы такая историческая. 7 тысяч томов мы собрали. Но тоже изучается. Культурология. Здесь тексты играют роль материала ведения. То есть, опять-таки, тексты являются предметом самой науки. Ну и литература, поскольку классика является основой национальной школы. Мы собрали около 10 тысяч шедевров. Можно назвать здесь еще, ну, уже более частично, так скажем, этот принцип выполняется, в социологии, политологии, создании истории науки, где тоже классика является важной частью науки. Соответственно, эти тексты нужны сегодня. Вот с этими текстами мы работаем, их мы собираем, и эта работа уже происходит больше 20 лет. И если говорить, ну, отличие от других подходов, да, потому что библиотеки сканируют свои ресурсы, старые книги там пытаются сохранить многие. Но вы видите, это не просто сканирование фондов, да, это именно выборка, это формирование такой актуальной книжной полки, да, книг, которые сегодня именно нужны. Старые книги, которые обязательно должны быть с нами сегодня. Следующий слайд. Это уже последний у меня модуль.
я постараюсь пройти быстро, но он как раз очень разнообразный. Это тематические книжные коллекции. Там были мега-коллекции, то есть библиотеки, а это такие локальные по интересным тематикам книги, которые интересны всем. И следующий слайд, постараюсь быстренько по ним пройти. У нас около больше 130 тематических коллекций, которые касаются очень разных тем. Вы здесь видите и всемирную историю, и русское зарубежье, юношеская библиотека, фантастические миры, музыкальная классика, эврика, мир науки, религии человечества. То есть очень разные. Но самыми интересными и, во всяком случае, показательными, новыми постараюсь вас быстренько познакомить. Следующий слайд. Ну, еще раз, тематические коллекции – это целостные, систематизированные подборки научной и научно-популярной художественной литературы по самым интересным и актуальным проблемам. Эти коллекции создаются экспертами, профессионалами. Мы ищем, подбираем книги, затем ищем, даже если нужно, авторские права. После этого оцифровываем издание и представляем у нас. Включаем также партнерские издательства. То есть коллекция – это, по сути, те же книжные серии, но в расширенном цифровом пространстве с некой исторической глубиной. Но обычно они с объемом не более 50 книг. Это путь навигации читателя, путь формирования каталога, и в том числе принцип нашего издательского портфеля. Следующий слайд. Вот в электронной библиотечной системе можно найти ее на вкладке книжной коллекции. И вот так они тематически разнесены по ключевым направлениям. Более 5000 здесь собраны в эти коллекции и охватывают более 10 таких научных блоков. И, конечно, бесценный, я считаю, ресурс для преподавателей, студентов, учителей, школьников. То есть то, что мы называем книга знаний. Следующий. И как пример, литературу, которую мы в первую очередь должны ценить. Вначале было слово, да, в начале книги была летопись, особенно российской книги. И вот полное собрание русских летописей с 1 по 26 тома в цифровом виде мы собрали. Вот, и всегда можно ознакомиться с ними. Ипатьевской, Новгородской, Псковской, Софийской, все наше сердце, наша культура. Следующее. Помимо такого формата, вот древней книги, у нас есть и настоящие книжные памятники, которые не только не в одной, не в каждой библиотеке, а практически некоторые из них, например, коронационных альбомов, нет ни в одной библиотеке, собранной в России, да, потому что они частями по разным библиотекам, это абсолютные шедевры книгоиздательской истории. Вот, и в частности, древности российского государства, которые были нами созданы вместе с историческим музеем, то есть тоже из разных источников повторений нигде нет. Ну, а также вот я выделил бы и коронационные альбомы, «Великокняжеская охота на Руси». Это книги, которые созданы были для царей, по-настоящему царские издания. Вот они у нас есть в коллекции. Следующая страница. Ну и пошли тематически, там, где мы собираем лучшие книги по темам. По военной истории огромная собранная коллекция, но это одна из самых интересных таких книжных сегментов. Сюда вошло несколько коллекций военной истории, из истории дипломатии и внешней политики, философия войны, например, книги по осмыслению. Все это сегодня для нас очень чувствительно, очень важно. «Все войны Российской империи». Большая коллекция, охватывающая, пока рассказывающая о всех войнах. Следующий. Ну и здесь же военно-историческая библиотека. Тоже ее можно отнести к мега-коллекциям. У нее более 200 томов.
Мы ее оформили как коллекцию нашей победы, очень много исторических исследований, мемуаров, рассказов. Познакомьтесь, все, кто имеет военную кафедру, я считаю, обязаны ее иметь. Следующее. Еще один исторический пласт связан с российским династиями. Здесь мы собрали литературу, но которую, думаю, действительно нигде больше нет. По всем династиям такие собрания книг, ну и, конечно, по династии Романов, где о каждом монархе существует коллекция, самые исчерпывающие знания. Вот. Ну и опять же, такие книжные памятники, как 300, книга, посвященная 300-летию царствования дома Романовых, такой великолепный фолиант, иллюстрированный. Следующее. Идем в направлении уже образования, информации, содержания. Да? Одна из недавних наших коллекций — «История парламентаризма в России». Тоже великолепные книги из трудов крупнейших историков. Наш путь в этом направлении. Следующее. Собрание изданий императорского исторического и императорского географического общества. Тоже такой один из лучших пластов нашей дореволюционной книжной и научной мысли. И вот все сборники этих обществ здесь собраны. Каждый это фундаментальный, очень глубокий труд. Следующее. Еще более такой символический пласт нашей истории и мысли — полное собрание законов Российской империи. Наверное, многие знакомы с этим фундаментальным, монументальным памятником русского права. С 1654 по 1913 годы у нас здесь три даже коллекции, каждая по 40-50 томов. И в совокупности вы видите 130 тысяч законов и актов, собраны в этих коллекциях. То есть, когда мы издавали это на дисках, не хватало даже диска, чтобы поместить такой объем информации. Следующее. Из наших ретро сегмента капиталов, коллекции исторически значимых русских журналов. Этой коллекцией мы тоже очень гордимся. Мы собираем здесь подписки тех журналов, которые создали нашу культуру. Отечественные записки, Нива, журналы Полон, Европеец, очень много, Полярная звезда. То есть и за каждой из которых какая-то вот удивительная целая эпоха нашей интеллектуальной жизни российской стояла. Следующее. А вот совсем другой подход. Азбук во времени. Буквари и азбуки дореволюционные. С чего все начиналось, как наши потомки, предки обучались чтению. Да, очень интересная коллекция, иллюстрированная. Наши ключевые педагоги — Истомин, Ушинский, Вахтеров. В общем, всем, кто занимается педагогикой, это очень интересный ресурс коллекции. Следующее. И опять же для детей, чтобы видеть, насколько разный формат вот этой вот нашей агрегаторской коллекционной работы. Лучшие сказки мира собрано, более 450 сказок, книг для детей разных народов, разных культур. Следующее. Вот одна из таких самых наших ярких коллекций литературы русской эмиграции. Очень разнообразный контент: исторические труды, научные, конечно же, мемуары, дневники тех наших
авторов, которыми мы всегда будем гордиться. Это коллекция России вне России. Крупнейшая коллекция литературы русской диаспоры. Опять же, подбирается из шедевров, из лучших. Да, кто-то собирает все, как, например, вот, библиотека российской эмиграции. Мы собираем самое важное. Следующее. Коллекция по Великой Отечественной войне. Конечно, работая с историей, с патриотической тематикой, нельзя пройти мимо этого. Это тоже одна из важнейших, интереснейших коллекций. Очень нужны для педагогов и в школе, и до школы. Следующее. А вот творческие культуры. Интересная история русского театра. Здесь собрались книги, которые отражают становление, эволюцию, историю, мысль совершенно разных представителей нашего театрального искусства. Очень рекомендуем тем, кто любит театр. Следующее. А это буквально новая, последняя наша коллекция о декабристах. Монументальная коллекция. Здесь собраны документы, мемуары, исследования. Все это вместе. Очень богатое содержание. Ну и опять же, одна из ярких, самых ярких наших страниц истории, самые яркие исторические персонажи. Следующее. Вот совсем другая иллюстративная коллекция фотоальбомов по искусству. Путешествуй с удовольствием. Сейчас не везде попутешествуешь в этих странах. Ну вот, пожалуйста, возьмите, там полистайте и увидите самое важное. Больше 50 стран, все шедевры, все интересные места. Следующее. Ну и потихоньку я уже двигаюсь к финалу. Итак, коллекции по интересным темам. Опять-таки, вы найдете здесь самые разные постановки вопроса. Мы приглашаем всех участвовать, свои темы предлагать и, может быть, даже лекции. У нас есть библиотечные, кстати, коллекции очень интересные. Библиотеки Маяковского о Санкт-Петербурге, например. Ведь есть все о российском казачестве, о истории Украины, библиотека ректора, между прочим, лауреаты Нобелевской премии, истории тайны Крыма, все, что книга может дать интересного. Следующее. Примерно раз в месяц выходит новая коллекция, ну, из последних, вот, культуры Древнего Египта, библиотека сатиры и юмора, сатирикон, антиутопия. Все, как видите, актуально и интересно. Следующее. Ну и многие из коллекций представляют собой эксклюзив. И по содержанию контента, и по постановке вопросов. Ну, например, вот коллекция новая в лингвистике. Кто знает из филологов, это абсолютно культовая такая серия советская. Новые в лингвистику, да, входили самые современные, интересные ученые, переводы. Историки без цензуры запрещены в СССР. Коллекция, включающая историков, которые не были у нас опубликованы и собраны как вот некий такой другой взгляд. Евразийство. Тоже каждый понимает, насколько это все сегодня интересно. И это абсолютно оригинальное течение русской мысли. Только работы писались только за рубежом в эмиграции. Мы большинство, практически все из этой литературы собрали. Ну что ж, так, следующее. Ну, подходя к концу, не могу не сказать об еще очень интересном коллекции наших партнеров. Это уже, можно сказать, живое издательство.
классная библиотека. Библиотека классики, библиотека класса, классного и неклассного чтения наших партнеров издательства «Детская и юношеская библиотека». Это уже не только электронные, но и бумажные, ярко иллюстрированные, с очень интересными живыми предисловиями, прекрасные детские книги. Тоже есть на нашей платформе ЭБС и Библиошкола. Следующий. Ну что ж, и в итоге два слова об этих книгах. Вот эти все книги, как вы со мной, это витрина нашей национальной культуры. В принципе, их нужно прочитать каждому. Но, конечно, не каждый это сделает, особенно сегодня. Не каждому они будут даже интересны. Но вот это и есть капитал и богатство всей нашей культуры, всей нашей истории. Мы должны это хранить и должны иметь. И здесь не нужно цепляться, как вот мы слышим часто от библиотек, вот просто на читательскую статистику. Потому что это скорее воспитательные ресурсы. Да? Вот в отношении их чтения не является критерием библиотечных коллекций. Эти книги нужно иметь, да, всегда под рукой, а, ну, не обязательно прочитать. Конечно, всегда они будут читаться где-то там в школьных проектах, где-то вот такое настроение, где-то исследовательская работа. Вот, они несут наш российский код цивилизационный, да, их. Вот этот код нельзя потерять. Причем вот эти вот многие из них книги этой витрины представлены в интернет-ресурсах в свободном режиме, но, как правило, они там просто собраны, да, как есть, как нашли, там отсканированы или что-то. У нас все-таки мы стараемся всему придать форму полноценной книги. Если это сканированная книга, есть такие, то мы ее качественно обрабатываем, представляем, ее можно читать. Вот. У нас даже есть такой формат превращения, перевод из старой орфографии в новую. Вот это платная услуга, но очень недорогая. И эту книгу для вашей библиотеки, для вас мы можем создать вот в совершенно современном виде. У нас много, в принципе, книг с дореволюционной орфографией. Вот. И вообще говоря, таких книг, которые все как бы обобщены понятием книжного ядра русской культуры, их не менее, там, по подсчетам экспертов, 100 тысяч. Вот к этим книгам, как мы считаем, должен быть обеспечен доступ в любой библиотеке, даже если они оказываются забыты или утеряны, мы и должны их возвращать. Мы близки к этой цифре, и мы гордимся, что вот ведем эту работу. В общем, эти книги не обязан читать каждый, но иметь доступ должен быть у каждого россиянина. Если библиотеки заботятся об этом, то слава им и хвала, мне кажется, тогда они выполняют свою ключевую функцию. Ну что ж, на этой вот такой ноте оптимистической давайте с вами завершим длинный получился вебинар. Извините за помехи. Это что-то впервые происходит, такие трудности в нашей связи. Надеюсь, все, тем не менее, было слышно, видно и интересно. Но я не успел то, что хотел сказать в одном вебинаре, и поэтому приглашаю вас на вторую лекцию. Какие книги нам нужны? Она будет уже посвящена книге знаний. Какие вот именно современные книги современных авторов, современных тематик должны получить книжную форму, должны получить бумажную форму или электронную. Здесь я познакомлю вас с нашими книгами издательства и нашей издательской политикой. Порассуждаем на тему, что такое книга знаний. Познакомлю вас с новой технологией для таких книг, книг, которые не издаются и не печатаются, но должны быть, издаваться и печататься. И покажу вам интересные наши новинки, наши серии, такие как «Мемуары замечательных людей», «Левый разворот», «Неочевидное и невероятное», «Эпохи, события, люди», «Экспресс-переводы» и многие другие вот наши задумки. Ну что ж, на этом
Благодарю вас за внимание. Вот, я так понимаю, что здесь... Так, вопросы есть, но их нет. Хорошо. Так, больше я здесь в приложении ничего не вижу. Ну что ж, благодарю тогда и желаю всем хорошего дня.